Так, Алина, иди сюда. Сейчас Алина нам расскажет стихотворение про бабушку. Учитывая наш возраст, все мы бабушки. Многие из нас в свое время ходили в детский сад к своим детям, к своим внукам, слушали стихи. Одно стихотворение из этого праздника я вам сейчас прочитаю. Бабушка – забота. Если внуки веселы, бабушка подавно. Ишь, распелись, как щеглы, то чего же славно. Если внуки есть хотят, бабушке отрада. Пусть сидят, подрастать им надо. Если дети вышли в сад, бабушка в тревоге. Ну как снег, ну как град, ведь промочат ноги. Если внуки спать легли, бабушка не дышит. Люли, тише. Чистота, красота, тишина, теплота, дремота. Вот какая она, бабушка, забота.